Решил снять небольшое видео в дополнение. Вот здесь вот видно, что здесь вот уголок вот так подкрашенный. Ну, речь пойдет не об этом. Вот. Трудно это снять. Вот тут кротировочки небольшие, как бы такое. Все видно. Ну, достаточно аккуратно заполировано. Но я как бы за счет опыта увидел подкраску. Естественно, речь не об этом. Вот тут я буду град делать на машине. Когда я снял обшивку, увидел вот такое вот безобразие. Люди делали машину. Вот. Естественно, пришлось ее ремонтировать. Видно был такой удар, что пришлось ремонтировать способом там ужигания, вон пятачки видны, усаживали металл и прочее. Вот, вроде бы аккуратно сделали, и что получается? Вот на торце мы видим очажки коррозии, то есть вот последствия работы мастеров. Вот шовная мастика отошла. Сейчас это тронь, и там будет внизу коррозия. А из-за чего? Потому. Сделали свою работу наспех, неаккуратно, и из этого что получается? Получается, что и здесь все покоррозировалось, и здесь тоже по торцу. Извиняюсь, конечно, камера не всегда настраивается четко. Так вот, я хочу сказать о том, что, ребят, нельзя так делать. Делайте хорошо. Вот. Плохо само получится. Ну что, нельзя было, допустим, взять это дело, грунтануть и потом сыпануть туда мовиля. Ерунда. Это мастера так кто делает. Они просто ни себя не уважают, ни свой труд и не ценят. А потом вот люди это видят и говорят, что все маляры. Вот такие мнения возникают, и они портят все. Это все ерунда. Стоимость этого копейки. Это надо все устранять. Даже хотя бы мовилем. Дунули, и все, не обязательно грунтовать. Я это, конечно же, все так не оставлю. Вот, я это все переделаю. Хотя мне за это никто не заплатит, а может и спасибо не сказать. Нельзя такие вещи оставлять. Уважайте себя, уважайте свой труд, уважайте свое имя. А если вам не нравится эта работа, и вы ее вот так делаете, то меняйте место работы. Вот нормальный грунточек. Стоимость там 200 рублей. Вот. Пшикнул 10 раз. Подождал 3-4 минуты. Пшикнул еще 10 раз. От вас не убудет. Но уже хотя бы вот это защитит. И вот такие вещи потом не будут вылазить через какое-то время. Это неправильное отношение. Вот. И точно так же мовилем. Вот он мовиль. Он во всех магазинах продается. То же самое. Его тут не баллон, не пол баллона идет. Незначительное количество. Ну вот. Забрызгал его торец. И вот ту часть, где откуда, так сказать, все это и происходит. Долго нет, дорого нет. Мелочи. Но это же надо было сделать раньше. Если вы делаете ремонт снаружи, там где видно, почему не сделать такую мелочь изнутри? Просто, ребята, уважайте себя, уважайте свой труд, уважайте своих клиентов. И они вам отплатят тем же. Вот, собственно, что я и хотел сказать. Делайте хорошо. Плохо само получится.